В своем ежегодном обращении губернатор Московской области Андрей Воробьев большое внимание уделил дорогам и транспорту. Руководитель региона отметил, что приоритет этого года – ремонт проезжих частей и безопасность передвижения по ним. Одно второе дополняет – уменьшение смертности и количество дорожно-транспортных происшествий напрямую зависит от благоустроенных дорог. В Ленинском районе ремонт дорожного полотна не останавливается круглый год. Если летом это капитальные работы, то зимой ямочные. У многих жителей зачастую возникает вопрос, как же так, начинают асфальтировать зимой. Вот. Но для этого существует специальная технология, которая позволяет в зимний период времени производить ямочный ремонт литым асфальтом. Это немножко другая структура асфальта, то есть он достаточно мягкий, и по сути по нему сразу тоже можно осуществлять движение машинам. То есть это такой аварийный ямочный ремонт. Полимерная смесь, которую используют в случае ямочного ремонта зимой, в несколько раз дороже асфальта и бетона. Но за счет того, что ее кладут при температуре порядка 160 градусов, время застывания составляет около часа. А это значит, неудобств движения автомобилей работы почти не создают. Работы быстро идут. Мы не можем медленно работать, он застывает. Она хоть и горячая, но она сразу стынет, она форму приобретает. Мы же не можем лежачего полицейского сделать еще одного. Так сейчас мы делаем в основном скоростные магистрали, и где появляются ямы, то есть мы едем и закрываем отдельно стоящие. Они кромятся, как положено, по инструкции. Ямочный ремонт уже был сделан по всему проспекту Ленинского комсомола и на Жуковском проезде. А всего в 2017 году видно будет отремонтировано 19 дорог, на что в бюджете предусмотрено 40 миллионов рублей. Капитальный ремонт будет сделан на круговом движении у ВНИИКОП, у подъезда к дому ребенка от улицы Школьной вдоль ДСААФ, на улице Медицинской произойдет расширение проезжей части. Помимо этого, дорожное покрытие обновится и в промзоне 4-я и 6-я линии, на улице Тинькова, Кооперативной, Вокзальной, Булатниковской и Центральной. Юлия Погосян, Владимир Андрианов, Алексей Руднев, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.